Еще 30 лет назад большинство россиян не могли позволить себе купить новое жилье. Многие стройки были заморожены из-за отсутствия финансирования. А у людей просто не было денег, чтобы отдать огромную сумму за то, что легко может оказаться недостроем. Но в начале 2000-х появились и быстро набрали популярность ипотечные программы, в том числе для молодых семей. А после запуска нацпроекта «Жилье и городская среда» построили уже 531 миллион 900 тысяч квадратных метров нового жилья. Это позволило улучшить жилищные условия более чем 21 миллиона 200 тысяч семей. Среди регионов, показавших наибольшую динамику по вводу жилья, в этом году оказался Дагестан. К 1 августа 2024 года здесь ввели 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Это на 335,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. На втором месте Ингушетия, которая по итогам 7 месяцев этого года ввела 127 тысяч квадратных метров жилья. Это на 56,4% больше, чем в прошлом году. А замыкает тройку лидеров Мурманская область с 50 900 квадратными метрами, прирост в 53,4%. А к 2030 году улучшать свои жилищные условия ежегодно смогут не менее 5 миллионов семей. Для этого в стране предстоит построить 1 150 миллионов квадратных метров жилья. Таким образом, каждый пятый метр жилья станет новым. Хороших вам новостей!